Посмотрите, какой интересный календарик мне подарил заказчик, мой заказчик тульской гармоники. Вот, он заказал вот такую вот гармошку в тональности до мажор и решил меня вот поздравить с Новым годом. Было для меня это большой сюрприз. Он взял фотографии из моей страницы ВКонтакте и сделал вот такой замечательный фотоальбом. Очень удивил меня, порадовал. И, кстати, я даже про многие фотографии забыл. И подумал, надо их куда-то отдельно в какую-нибудь папочку в компьютере переместить, чтобы на память осталось. Или иногда нужно какую-то фишку сделать. Вот, пригодятся. Посмотрите. Вот. Я сначала не думал видео делать, но потом решил вот так вот поблагодарить. Я уж не буду называть его фамилию и имя, но от всего сердца благодарю. Причем, вот видите, фотографии подобраны неспроста. То есть здесь я в военной форме с синим баянчиком. Вот на заднем фоне синяя гармошечка. Тут подобрана фотография, где у памятника. Вот как раз тут на заднем фоне его гармошка. Ну вот, фото с мастер-классов, с оркестром, где выступаем. Вот. Приятно. Мне даже просто приятно повспоминать по этим фотографиям, где я был, концерты. Причем тут с разных лет. Вот это, например, фотография из гастролей по Восточной Европе. В Болгарии выступали, по-моему, именно вот этот концерт. Вот такой вот календарик. Кстати, вам на заметку, сейчас много фирм делают календарики, и тем более у всех людей куча фотографий в социальных сетях. Если вы кому-то хотите на Новый год сделать нетривиальный подарок, я думаю, это хорошая идея скачать фотографии и сделать вот такой календарик. Так что большое вам спасибо, мои заказчики, что вы так хорошо ко мне относитесь. Ну и я, в свою очередь, с мастерами стараюсь вас радовать замечательными новыми инструментами.